Всем доброго дня, и с вами сегодня опять Александр. Я вам сегодня расскажу, как монтировать перфоленту. Все очень легко и просто. Для этого нужна вот такая перфолента. Она выглядит вот так. Для начала, значит, мы берем, вот, пример, конек. Надо убрать пленку. Пленку всю. Отдираем. Да? С двух сторон пленка она. Обязательно ее убираем соответствующе. Убрали, да, подготовили. Подготовили. Потом берем, отмеряем кусочек. Вот, да. И начинаем проклеивать. Всегда берется одна сторона. То есть вот отклеиваем. Ну, тут короткий. Это по-другому, конечно, когда монтаж идет. И проклеиваем по краю чуть-чуть. И видно, да, все. Наклеили. Раз. Прошлись вот так. Потом заворачиваем сюда. И проклеиваем сюда. Ничего сложного. Все, ну тут немножко я промазал, как говорится. Но ничего сложного. Перфорация, вот она. Видите? Потом берем вот такой торцовой профиль. П-образный. Это на 4 мм. Ничего сложного. Кому как удобнее ставить. То есть у него одна палка. Полка короткая, другая длинная. И одеваем потихоньку. То есть поддеваем. Парни там или поддевают отверткой, или ногтями. Ну кто как. Видите, можно узкой стороной, кому как удобнее, в общем. И надевается она сверху. Как-то они быстро все это делают, если честно. Сейчас другого конца попробую. Так далеко одевается, конечно. Но иногда приходится помучиться. Монтажников это быстрее все. Видите, как все профессионально получается. Видите, все отлично одевать. И вот получается защита, значит, перфолента и торцевой профиль. Если вы наклеите одну перфоленту, естественно, она у вас отклеится и отпадет. Если вы наденете торцевой профиль один, то вся грязь, которая скапливается, она у вас окажется внутри сот. Вот так вот. Поэтому надо, чтобы все вместе работало, перфолента и торцевой профиль. Еще можно, знаете, что сделать? Немножко приспустить вот так вот, чтобы был здесь вот зазор, чтобы вода, которая образуется, выходила. В основном так и делать. Или еще второй вариант. Здесь вот отверстие. Сверлом 2-3 мм, просверлить там сантиметров через 30-40. Ничего сложного нету, все легко и просто. Нужна перфолента до 25 мм, до, она 4 до 8 мм хватает. И торцевой профиль 4 мм, П-образный. Ну вот так вот. Все отлично. Спасибо огромное за внимание. Защищайте свой поликарбонат. Если вы покупаете дорогой, обязательно его защищайте. Без защиты он у вас будет грязный, некрасивый и так далее. А так в основном вся грязь собирается вот здесь внизу, но никак не в сотах. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все расскажем и покажем. Пока-пока всем.